Здравствуйте, меня зовут Юрий Быков. Я российский кинорежиссер. Я с удовольствием приехал в город Брест-Сюир. Представить свою картину «Дурак». Я снимаю фильмы достаточно недолго. У меня всего три картины. «Дурак» — моя третья картина. Я с этой картиной был в Локарно. И я надеюсь, что эта картина понравится зрителям Брест-Сюира. D'accord. Юрий, c'est la première fois que vous venez en France? C'est la première fois que vous venez en France? Нет, я во Франции был 8 лет назад первый раз. C'est la première fois que vous venez en France? D'accord. Со своей второй картиной я был в Каннах. Avec mon deuxième film, j'étais en Cannes. Так что я достаточно много и долго ездил во Францию каждый год практически. Connais un petit peu France, oui, déjà. En tout cas, Юрий, merci beaucoup de votre présence pour lors de ce festival du film des villes jumelées. Et sachez, Юрий, que nous sommes très attachés à votre ville de Riazan. Спасибо, мы очень любим теперь ваш город Брест-Сюир. Merci beaucoup, nous aimons Brest-Sur aussi. Et nous allons regarder ce film avec beaucoup d'intérêt. Мы с большим интересом будем смотреть фильм. Очень надеюсь, что он вам понравится. Merci encore, Юрий. Merci beaucoup. Merci, спасибо.